Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшой ролик о том, как я буду сеять табак крылатый. Этот табак декоративный, он не для курения. У меня стояла задача найти цветок для сада, который будет источать очень приятный аромат, но в то же время будет очень красивым. В прошлом году я сеяла матиолу, то есть аромат у нее был действительно приятный, но она не очень красивая, то есть у нее довольно простой цветок. Хотелось вот чего-то более интересного. Я наткнулась на такой цветок, как табак крылатый. Вот, у меня смесь окрасок. Это низкорослый табак, высотой 30 сантиметров, диаметр цветка 5 сантиметров. Вот у него такие интересные цветочки будут. Вот, написано, что он обильно цветущий, то есть этих цветков должно быть много, они должны быть яркими, ароматными. Он должен формировать компактный кустик шириной около 30 сантиметров. Так как я его сею первый раз, я ориентируюсь исключительно на описание, которое дано на упаковке производителем. Так, ну что, давайте посмотрим, какие семена у табака. Возможно, кому-то из вас пригодится. Тоже это растение, кто хочет создать аромат в своем саду. Кому нравится этот ролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, ну я вижу, что семечки у него довольно-таки мелкие. Сейчас мы их с вами высыпем в чашечку, и я вам покажу, какие они, чтобы получше было видно. Да, на самом деле семечки очень мелкие. Вот они. Практически, нет, ну крупнее, конечно, чем у петунии, но похожие на петунию, такой же кругленькой формы. Так, вот у меня тут еще три семечки осталось, я их тоже сюда высыпаю. Поскольку семена мелкие, я их заделывать не буду. Вот, подготовила почву, пролила ее, конечно же, кипятком, дождалась, когда она остынет. Вот, и сейчас буду брать вот так вот семена и просто рассыпать их по поверхности почвы. Вот, ничем присыпать, как я уже сказала, не будем, потому что семена мелкие. Даже опрыскивать я не буду, потому что земля очень хорошо пропитана. Я ее практически насквозь тут пролила, потому что земля покупная, и там главное, чтобы не было никаких ни вредителей, никаких болезней в этой почве. Ну, вот так вот посею густо, вот, потому что не знаю, как он взойдет вообще, как бы, в какой процент схожести будет. Ну, посмотрим. Вот, когда появятся первые всходы, я вам тоже их покажу. Для меня, как я уже сказала, это растение тоже новое. Мне самой интересно посмотреть, какие будут всходы. Но говорят, что рассада похожа у табака на петунью. Вот и посмотрим, сравним. Вот, накрываю крышечкой и убираю на стеллаж. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем пока!